Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас в обзоре представим вашему вниманию на продажу дом от собственника без посредников в Мирабадском районе относительно свежей постройки, прям в центре столицы, в Мирабадском районе города Ташкент. Участок земли 3,5 соток, двухэтажный дом, как вы видите, 5 комнат, 2 санузла, въезд для двух, даже трех авто. 2002 года постройка, относительно свежей постройки дом. Находится в Мирабадском районе, ориентир Старая Тизяковка, Азербайджанский культурный центр. Давайте, дамы и господа, войдем во двор и осмотрим его подробнее изнутри. Начали. Также в конце ждет еще важная информация насчет прилегающей территории, то есть махали, да? Вот зашли в сам двор, это въезд для авто. Получается, двор он вымещен к проезжей части со стороны улицы, а вот внутри находится сад, скажем так, сад, да, огород, топчан. Отопительная система и котельная вот здесь находится, АГВ. То есть вот титан для обогрева воды слева, вот справа отопительная система АГВ. Вот также во дворе есть свой санузел. Ну тут туалет, душ. Вот также отдельно внутри дома есть санузел, два санузла. Внутри дома санузел раздельный. Ну вот, сам сад, огородик. Тут розы, но розы не для нашего климата. Жарко вот, чуть-чуть они засохли. А так топчан, вот сад ухаживаем, сирень, хурма, виноград. В центре города так уютное место. Давайте, также у дома есть подвал, отдельный спуск в подвал. Подвал по всему периметру дома, то есть по всей площади дома. Вот такой подвал. Высота фундамента вот 2 метра почти с человеческий рост. Вот отдельный вход с той стороны есть. По всему периметру дома подвал. Да? Давайте в дом зайдем. Вот, давайте высоту этого замерим. Вот, по-быстрому. Высота заезда вот 4 метра. 4 метра. Ширина тоже покажу. Ширина 3,80. Ширина вот этого въезда. Площадь участка 3,5 сотки. Юги Крамаза. Давайте зайдем в дом, посмотрим комнаты, дом изнутри. На первом этаже у нас кухня, туалет, ванная и большой зал. Ну давайте вот с кухни начнем. Вот кухня. В кухне также есть вход в подвал, там до этого смотрели подвал, он не до конца, то есть отдельный вход с кухни в подвал есть, по всему периметру подвал. Это у нас получается зал. Вот это у нас зал. Давайте площадь зала замерим. Четыре двадцать на 6,7, 28,5 квадратов зал. Ну, зал большой. Тут у нас отдельная ванная комната.
1,80 м полноценная ванная помещается. Тут вот туалет. Санузел раздельный. Туалет, ванна раздельно. Ага. Так. Давайте поднимемся наверх. Наверху 3 спальни еще и один большой зал. Боляхоне. Вот с лестничного пролета поднимаемся наверх. Так. Вот поднимаемся на второй этаж. 4 двери у нас получается. Вот 3 спальни, 2 с правой части, одна слева, прямо дверь в зал. Вот начнем с первой спальни. Вот одна спальня. Спальня. Окна спальни выходят, окно спальни выходит во двор. Вот. Солнце отсюда заходит, то есть солнечная сторона, светло. Вторая спальня, вот она спальничка. Ага, у этой спальни 2 окна, они выходят на проезжую часть. На проезжую часть. Кстати, хороший бонус, вот прям под окнами, вот эта пекарня наша, с утра он взял горячие лепешки. И магазин, вот, все прям под окнами. С каймаком, да, на завтрак, самый раз. Все под боком, все удобства. Так, третья спальня, вот еще одна спальня, детская или спальня можно. Ее окно тоже в огород, во двор. На втором этаже 3 спальни и большой зал. Боляхоне. О, боляхоне, очень большой зал. Зал 3,8 на 8,6. 33 квадрата почти зал. Также у зала есть отдельный вход через балкон. Можно даже как кухню сделать. Вот отсюда. Вот здесь отдельную кухню можно сделать. И вот тут вход со двора. Вот. То есть для двух семей тоже можно благоустроить этот дом. 2 отдельных входа. О. Вот зал осмотрели. Площадь дома 200 квадратных метров. 200 квадратов, 5 комнат. Также, что касается по Махале. Махале асфальтируемая. Рядом Махалинский комитет, пекарня, магазин, все удобства, а также есть детская площадка, прям 30 метров от ворот. Тоже посмотрим, давайте. Вот выходим из ворот, 30 метров от ворот, детская площадка, детям классно. Вот пекарня, в тандыре лепешечки, патыр пекут, магазин. И вот детская площадочка. В центре города Ташкент, Мирабадский район, вот такой участок. Так, вот это большой бонус детишкам, детская площадка.
Еще раз хочу повторить основную информацию по этому дому. 3,5 земли, Мирабадский район, ориентир Старая Тизиковка или Транспортный институт. 3,5 земли, 200 квадратов дом, двухэтажный дом, 200 квадратов, 5 комнат, 2 санузла раздельных, один во дворе, один внутри дома. Главный вопрос, вопрос цены. Стартовая цена этого дома, стартовая цена $110,000. Дом продается без посредников, напрямую от владельца. Звоните вот по этому номеру в описании и покупайте.